Шестая неделя антикоррупционных инициатив посвящена выявлению и устранению взяточничества в больницах и поликлиниках. Открыл неделю круглый стол в Центральной городской клинической больнице. В учреждении функционирует специальная комиссия, которая проводит постоянную работу по противодействию коррупции. Проводится анкетирование больных, значит, около 100 больных было проанкетировано, проведен анализ, и в целом 95% анкеты признаны положительно соответствующим образом. То есть до настоящего времени, значит, пока я провожу данную работу, не было конкретным образом именно вброшено в данный ящик именно коррупционные проявления Центральной городской больницы. В такой ящик поступают заявления и жалобы пациентов. Но, как отмечают специалисты, еще ни один факт о коррупционных действиях в стенах медучреждения не подтвердился, о чем также сообщили на заседании. Кроме самой комиссии, за круглым столом собрались сотрудники ЦГБ и общественный совет. Мы сегодня хотим донести до всех присутствующих важность этого направления и важность данной ситуации. И плюсом услышать их отношения, их мнение, их замечания, чтобы, ну, как говорят, в ходе работы выработать единое решение. В ходе недели антикоррупционных инициатив в исполнительных органах власти состоятся более 240 тематических мероприятий. Планируется, что их участниками станут около 30 тысяч ульяновцев. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».